Здорово, геймеры, с вами Мавик, играем Киберпанк 2077 и не только. Заходи на канал, подписывайся, смотри, нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить другие видосики. А сегодня мы играем нашим Ви, и у нас есть новая снайперская винтовка, называется Надзор. Урон 852-1041 единица урона, это вообще просто обалдеть. Это оружие, причем стандартное. А как его получить и где его я нашел? Ну, не просто нашел, а выполнив определенное действие, задание. Вы сможете посмотреть, я ссылочку оставлю на видео в описании. Заходи, смотри, изучай. Возможно, тебе то что-то понадобится. И, ну, не понадобится эта винтовка, и ты будешь ей играть. Ну, если, конечно, добудешь ее. Итак, я ее еще не испытывал. Так, подождите, где у меня задание? Она такая прикольная, кстати. Так, а я ей что, убрал? Снаряга? Та... А, нет, она есть. Она вот же у меня есть. Вот она такая, ну, чумовая, я вам скажу. Смотрите, прицельчик. Ну там получается каждый раз, видите, долгая перезарядка. 4 выстрела. А ну-ка. А как скорострельность? Не, каждый раз надо передергивать затвор. Но мы будем сейчас в этом видосике, ребята, пробовать, как она стреляет вообще. Ну как она наносит урон. Вот там заявлено 1000, но она может с первого раза, конечно, не убивать. Для этого нам надо здесь же, где мы находимся, в пустоши. А мы находимся в пустоши. Пострелять каких-то бандитов издалека. Например, разбой средний. Переместимся туда. Моток есть где-то рядом? Не вижу своего мотоцикла. Ладно, тогда... А вообще сюда я могу вызвать машину? Прямо из-за кустов машина. Значит, сейчас мы едем к бандитам. Где-то, ну, близко не подъезжаем. Я не знаю, на каком расстоянии вообще может наносить урон. Вон, кстати, наш мотоцикл можно будет взять. Так, как-то... Поменять вид хочу. Так, подожди, а чё я не могу переключить? Сменить вид. Нажимаю и не меняется вид. Выйти. Это что же, баг какой-то? Не хочу я так ехать. Я не люблю сидеть, смотреть на нее там. За рулем. Я люблю вид сверху. Опять. Не можем сменить. Прикиньте, ребята. Хочу сменить вид, не могу сменить. Ну ладно. Поедем так. Ого, как нас занесло. Не, ну что это, блин, а вот это баг. Я хочу, короче, вид поменять, а он не меняется. А если вот так вот скосить дорогу? По дороге я чувствую, это так долго будем ехать.
Тихо, тихо, тихо. Давай-ка здесь мы сойдем. Скоро будет похороны Скорпиона. Прочитать сообщение. Привет, это Мич. Скоро будут похороны Скорпиона и остальных ребят. Я подумал, может, ты можешь приедешь попрощаться, а выстрелишь воздух в память о погибших. Так. Сообщение. Где бандиты? Дрон Октан, корпорация Милитех. Сейчас посмотрим, ребята, как мы будем. Ты уебище лесное! Лесное? Почему лесное? Я не лесное. У нас потери! Два выстрела. Ну давай тогда в робота постреляем. Робота с одного выстрела. Он еще и притянулся ко мне. Нормальненько. Быстро, быстро! Этого по яйцам стрельну. Вот здесь же кто-то сидел. Винтовка уровень 5. Уменьшает показатель разброса пистолет-пулемета. Я знаю, что ты здесь. Я чувствую. Надо еще скрытности добавить, и тогда будет вообще прикольно. Тогда надо будет... Так вот, где в голову попадем. Есть, снесли критическое попадание. Выходи, не бойся, мы тебя не тронем. Есть. Увидел. Давай, давай, давай. Но их надо на дальнем расстоянии держать, близко к себе не подпускать. Нормально, ребята, но винтовка нормально отрабатывает. Задание выполнено. Бандиты, милитеховцы были. Сейчас попробуем еще где-то пострелять. Найдем-ка еще бандитов. Даже не знаю, надо ли его усовершенствовать. Ну, в принципе, надо. Здесь бывает, конечно, не критическое попадание. Если там в руку попал... Может, милитеховцы были просто прокачаны. В руку попал. Половина хпшки, конечно, у них сняла, но... Хотелось бы с первого выстрела даже в руку стрельнул. Там руку должно отстрелить. Вот убойная сила должна быть сильная. Здесь даже две ячейки модификации добавлено. Вот к этой винтовке. Плюс 10% критический урон наносит. И что-то там еще. А здесь кто-то со мной разговаривал. Это женщина, голос женщины был. Сейчас на мили... Можно взять его машину, милитех? Можно. Так, ну давайте тогда садимся. Милитех.
А вид опять нельзя сменить. Ну, что за фигня? Это, так понял, надо из игры выйти, потом загрузиться, и тогда все будет отлично. Так, ищем. Ищем на карте. Еще одни бандиты. Компреро. Вообще не вижу, куда я еду. Блин, прикол. Все, и я, короче, выхожу. Да, вид из кабины, конечно, ужасный. Ну, вернее, не ужасный, он непривычный. Сколько мне туда бежать-то? 350. Я, пожалуй, наверное, хоть и плохо видно, но из мотоцикла будет нормально видно. Если вызвать вот этот. Стой. Я думал, он все так зависнет. Компреро. Поссать решил. Он там один говорил. Пошла жара! Уху! А чё не наносит ему урон? Да, перезарядка, конечно, долгая. Здесь на всякий случай другое оружие возьмем для ближнего боя. Кстати, это умно, я с таким еще не работал. Прикольная тачка. Я сейчас на фоне этой тачки буду, наверное, фототься. Вы мне не сообщение шлите, вы мне лучше звоните. Блин, сообщение я тут не читаю. Так, вот на фоне этой тачки надо будет сфотаться, ребята. Это будет круто. А с какой стороны стать, чтобы было так нормальненько? Вот так вот стану.
Да, это прикольно, но мне как бы надо поза со снайперской винтовкой. Вот. Снайперская винтовка. И, наверное, надо будет включить выстрел. Не бездействие, а стрелять. Так, а с винтовка. Хочу. Действие со снайперской винтовкой хочу. Пулемет добавился. Вот. Только я назад. Я хотел стоя это все сделать, конечно. Смотрите, как газы разлетаются. Офигеть, короче. Так, тогда нам назад надо. Так, или... Глубина резкости, диафрагму. Пороховые газы. Ну, не сильно, конечно, там и видно. Это в темноте будет, конечно, прикольно видно. Ой, прикольненько. Офигительно, ребята. Так, здесь эффекты. Эффекты нам контрастности добавить. Так вот. Ну-ка, как смотрится. Есть, отлично, фотоем. И, наверное, еще поза, газы выключу. Вернее, ну как газы, вспышку. Есть. Все, и это мы, наверное, сделаем фотографию на заставочку. Здесь еще рядом кто-то есть? Надо будет поотрабатывать. Наряжение, карты, ищем. А здесь еще разбойники есть. Разбойники и здесь, разбойники и здесь. А здесь у нас что за задание? Тортен Галтен Пектен. Купить Тортен Галана. А зачем Геккона? Журнал. Отследим, что это. Тортен Галана Геккон. Вы слышали когда-нибудь про Геккона? Нашу кочевническую модификацию Галены. У меня есть такая на продажу машина. Славная, но в салоне пустовато. Ни подстаканников, ни монитора, ни подогрева задницы. С другой стороны, по бездорожью она ездит... Так же хорошо, как и по асфальту. А это само по себе ценно. Все дюны и скалистые холмы будут твои. Она стоит своих денег, парень. Так, поверь на слово. Ну окей, хорошо, я отправлюсь туда. Я куплю. У меня к тому же деньги есть. А вы, ребята, не забывайте оставить лайкосы и подписываться. И в следующем видосике мы поедем покупать себе машину для бездорожья. С вами Мавик. Пока-пока.